Ну а пока Миллер общался с заместителем канцлера Меркель, сама она в Бундестаге выступала с гневными заявлениями в адрес России. Вот только не всех ее слова встретили понимание. Репортаж Михаила Антонова. В Германии конец отопительного сезона. В последние две недели средняя температура в Берлине 12,5 градусов. На входе в Бундестаг очередь туристов, идущих заглянуть из-под купола вниз, в зал пленарных заседаний, где в этот момент идет дискуссия про украинский кризис. И Ангела Меркель осторожно нагоняет холода в российско-германские отношения. «Если Россия не послушается, будем наказывать в три этапа», — говорит канцлер, перечисляя все. От визовых ограничений до свертывания экономического сотрудничества, что, конечно, крайняя мера. Но крымский референдум не по Конституции, а Косово, которое Запад оторвал от Сербии по факту принятия им декларации независимости, это совсем другое. Тогда мировое сообщество не предпринимало каких-либо действий, чтобы прекратить этнические чистки Милошевича. Санкции и переговоры оказались неэффективными, поэтому НАТО без мандата ООН пошла на военную интервенцию, потому что переговоры с Совбезе ООН блокировались российской стороной. Еще раз, нельзя сравнивать сегодняшнюю ситуацию в Украине и тогдашние события в Косове. Получается, что для оправдания независимости обязательно должна пролиться кровь, а нежелание дожидаться этого – нарушение международного права. Россия действует с позиции силы. Так в 21 веке нельзя, говорит канцлер под аплодисменты, забывая и про Ирак, и про Ливию. И спасибо министру Штайнмайеру за посредничество в Киеве. Снова хлопают все, кроме фракции левых. И лидер Грегор Гизи выступает главным оппонентом Меркель. Меня удивляет, что вы, Меркель, говорите, что подобный референдум противоречит Конституции. Вы уж определитесь, когда она действует, а когда нет. При отставке президента она не действует, а при референдуме она внезапно вновь вступает в силу. Определитесь, поддерживаете ли вы Конституцию целиком или только некоторые ее части. Но еще больше непонимания у левых вызвало утверждение Меркель о том, что власти Германии поддерживают то, что называет себя новым украинским правительством. Госпожа Меркель, вице-премьер, министр обороны, министр сельского хозяйства, министр по охране окружающей среды, генеральный прокурор, все фашисты. Глава Совета Безопасности был основателем фашистской партии «Свобода». Фашисты заняли важные посты в правительстве и доминируют в силовых структурах. Никогда фашисты добровольно не отдавали власть, если им удавалось захватить хотя бы ее часть. И Германия должна была указать на это, опираясь на собственную историю. Все это канцлер слушала с напряженным лицом. Ей не нравится и то, что говорил Гизи, и не улыбается перспектива санкций, на которые Германия идет отчасти за компанию. Рискует 30 миллиардами, которые ежегодно приносят немцам торговля с Россией, и 300 тысяч рабочих мест, завязанных также на российский рынок. Не случайно, пока канцлер Меркель сидит в этом зале, двумя этажами выше, за закрытыми дверями, ее заместитель вице-канцлер Габриэль обсуждает дела с главой «Газпрома» Алексеем Миллером. С делами порядок. То, что сегодня происходило в Бундестаге, это такой политический иллюзион. Если обращать внимание только на основную сцену, то очень легко обмануться, и кому-то это может доставлять удовольствие. Но для того, чтобы разобраться во всем, необходимо заглядывать за закрытые двери. Европейские левые считают недопустимым признавать неонацистские власти Украины. С таким заявлением в ходе теледебатов кандидатов в председатели Европейской комиссии выступил лидер греческой коалиции радикальных левых Сириза Алексис Ципрас. Он заявил, что Европа не должна признавать неонацистское правительство Украины. Европейские левые считают, что правительство на Украине пришло к власти в результате госпереворота и называют его хунтой. Η Ευρώπη δυστυχώς πειραματίζεται ξανά με τα υλικά του ψυχρού πολέμου. Мы не должны принимать и признавать правительство неонацистов на Украине. Мы не должны в ЕС отдавать предпочтение изменению границ, но должны уважать позицию народов, решивших создать федерацию в рамках государства. Последствия такой политики нельзя залечить санкциями. Это можно сделать только дипломатией. Αυτό είναι στίγμα για τον ευρωπαϊκό πολιτισμό.
По его словам, Украина с федеральной структурой должна быть мостом между Российской Федерацией и Европейским Союзом. В этом контексте Ципрас выступает за диалог на уровне ОБСЕ и против военной интервенции НАТО и России, чтобы дать шанс миру. Греческий политик убежден, что весь Евросоюз должен измениться, чтобы выжить, так как сегодня в ЕС не хватает демократии, а граждане не верят, что их голос может изменить политику. Поскольку лидеры стран на саммитах обсуждают решения, а выполняется то, чего хочет канцлер Англии Ангела Меркель. Здесь находится дом-музея Бетховена. Он был очень мужественным человеком. И мы в Германии нуждаемся в таких людях. Потому что многие люди уже понимают, что на Украине есть фашизм. Многие люди уже понимают, что то, что сейчас происходит на Украине, дело рук Обамы и НАТО. Многие люди понимают, что причины событий на Украине не исходят от самих украинцев. Но все же у многих людей достаточно мужества бороться за правду, и именно это нам в Германии необходимо. Я сделал этот плакат, потому что я сам из Америки. И я думаю, что то, что сегодня происходит в США, не отражает изначальной идеи нашей страны. Потому что после смерти Кеннеди наша страна была захвачена этой финансовой системой. Обама является всего лишь марионеткой этой финансовой системы. И то, что сегодня происходит на Украине, это направлено против Путина. Это с самой Украиной ничего общего не имеет и не связано с народом Украины. Потому что Обама боится, что Путин и Китай смогут стать новой мировой властью. Президент Китая посещал в прошлом месяце Германию, и он сказал, что мы можем решить кризис на Украине, только если мы будем делать это совместно. Люди на Украине протестуют, потому что они недовольны, и потому что они не видят для себя будущего. НАТО и Обама финансируют нацистов. Они финансируют партию «Свободу» против Путина, против России. И все эти действия — это геополитическая борьба против России и Китая. Но у нас есть шанс. Многие в Германии понимают, что происходит на Украине. Я слышу от них каждый день, что все немецкие СМИ — дерьмо или плохие. Правильно! Дерьмо, да, дерьмо. Мы должны бороться. Бороться против этих действий, против России и Китая. И у нас это получится, только если мы будем действовать все вместе. Хельге Цепларуш предложил еще в 80-х годах новый шелковый путь. Сейчас многие говорят, что мы можем сотрудничать с Китаем, а новым шелковым путем станет Россия. Мир сегодня очень разнообразен. Если мы все вместе будем против Обамы и НАТО, тогда мы сможем предотвратить новую мировую войну. Но мы можем еще в этом противостоянии победить. И мы хотим, чтобы все люди совместно выступили против войны, против опасности войны. И это можно сделать, работая совместно с Россией и Китаем. Solche Aktionen, solche Dinge.
Путин! Асад! Liebe Landsleute, ich bin sehr aufgeregt und sehr froh. Das war's. Vielen Dank. Danke, danke, Russland! Danke, danke, Putin! Danke, danke, Russland! Danke, danke, Russland! Das ist spannend. Auch Frauen, Kinder, zufällige Passanten. Es war egal. Keiner mehr sagt auf der Straße, was bringt eine Demo? Da seht ihr schon. Es reicht nur alleine, dass die Leute zuhören und mitmachen. Als die von Angriff überraschte Opfer in Panik geraten und versuchten zu fliehen, bildeten die friedlichen Fußdemonstranten am Korridor und trieben ihre Opfer wie Tiere auf den Schlachthof in das Gebäude des Gewerkschaftshauses. Dort war schon alles vorbereitet. Alle Notausgänge waren versiegelt zuvor. Sie haben das zuvor gemacht. Alle Notausgänge wurden verschlossen. Es bestand kein